от пациента. Несколько месяцев назад появилось ощущение чего-то постороннего в подмышке. Терапевт сказала, что это увеличены лимфоузлы, хотя КТ говорит, что лимфоузлы не увеличены. Отправили на КТ, врач, проводивший КТ, ушел, оставив мои результаты на ресепшне, ничего не объяснив, имеются ли какие-либо заболевания, отклонения и так далее. Надеюсь, хоть вы проясните мне, что не со мной не так, и какие диагнозы меня сопровождают. Спасибо. Описание представленных КТ-томограмм пациента 1994 года рождения от 2 февраля 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки, при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Легкие расправлены. Пневматизация и легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение КТ – картина возрастной нормы. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М. А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС им. И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Рентгенологически вы здоровы. Каких-либо отклонений от нормы у вас нет. С легкими, лимфоузлами, костями все в порядке. По поводу беспокойства в подмышечной области. На данном КТ лимфоузлы не увеличены, в порядке все с ними. Я бы посоветовал сделать УЗИ для исключения липомы, образования из жировой ткани, в этой области. На КТ его не увидеть, а на УЗИ хорошо видно. Только нужно, чтобы УЗИ делал именно врач уст, а не уролог, хирург, гинеколог, терапевт.